Областное отделение, 17 управлений, Центр по выплате пенсий. Такова на сегодняшний день структура отделений Пенсионного фонда России по Рязанской области. В ней трудится более 1000 человек, которые обслуживают пенсионеров, предоставляют выплаты федеральным льготникам и взаимодействуют с хозяйствующими субъектами. В целом ПФР в настоящее время реализует предоставление гражданам 22 государственных услуг, связанных с важнейшими социальными выплатами, а также реализацией ключевых социальных гарантий. Для того, чтобы гражданам было удобно взаимодействовать с территориальными органами, создаются и развиваются электронные сервисы. Большинство госуслуг у нас можно получить через портал государственных услуг. Также у нас имеется портал Пенсионного фонда в интернете, где у нас имеется и возможность граждан написать, подать заявление о назначении пенсии с приложением необходимых документов, написать заявление о способе доставки пенсии, ну и решить многие другие вопросы. Несмотря на то, что сегодня даже пенсионеры активно осваивают компьютеры, большинству из них гораздо удобнее прийти в отделение Пенсионного фонда для получения той или иной услуги. Так что главную роль в работе ПФР, конечно же, играют люди. Марина Носова работает главным специалистом-экспертом отдела назначения пенсии уже 10 лет. Работа у нее и ее коллег сложная, требующая обширных знаний, но интересная. Естественно, работа нравится. Если бы она мне не нравилась, я, наверное, столько лет здесь бы и не проработала. Вот. И также наш коллектив. У нас коллектив, сложившийся уже на протяжении многих лет. Дружный коллектив, надежный. Друг другу свое плечо подставляем, всегда помогаем в работе, все взаимосвязано. И стараемся людям помочь, чтобы назначить более достойную пенсию, помочь с документами, объяснить, разъяснить и так далее. Работа с людьми и документами – далеко не все, что интересует Ирину Носову. Совсем недавно ее коллеги узнали о том, что Ирина Ивановна уже около 20 лет пишет картины. Несмотря на то, что профессионально она этому нигде не училась, работам Ирины могли бы позавидовать даже профессионалы. Сегодня ее удивительные пейзажи украшают стены Рязанского отделения Пенсионного фонда. Можно сказать, что это ее первая выставка, работы которой радуют и создают праздничное настроение коллегам. Оказывается, это приятно, когда хвалят. Вот. И хочется дальше творить, и люди, которые приходят, они идут с горящими глазами, подходят ко мне, вот какая ты молодец, ты вот так вот сделала, а мы тоже можем, кто-то фотографией занимается, кто-то делает поделки, кукол валяет, кто-то фотографирует, необыкновенно. В принципе, у нас в Пенсионном фонде как бы из года в год происходят какие-то конкурсы поделок или фотографий, то есть это у нас приветствует. Потому что, естественно, жизнь коллектива состоит не только в работе, но взаимное понимание, взаимное уважение и интерес к друг другу – это тоже немаловажно. Творческие, активные, любящие свою работу. Сегодня, в преддверии Нового года, сотрудники Пенсионного фонда отмечают 27-летие образования данной структуры. Ежедневно, выполняя свои профессиональные обязанности, они не забывают о главном принципе – работаем для всех, заботимся о каждом. Именно следуя этому принципу и будет развиваться работа Пенсионного фонда в дальнейшем. Ну а нам остается поздравить сотрудников ПФР России по Рязанской области и пожелать им успеха. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».